Приветствуем вас на канале iKeyBuy. Сегодня к нам приехал владелец Audi Q5 2011 года выпуска европейской сборки. Он сегодня позвонил нам с утра и сказал, что потерял ключ зажигания с кнопками на машину. У него остался вот такой вот комплект. Это сервисный ключ. Этот сервисный ключ должен машину механически открывать. И когда мы вставляем ключ в слот, машина должна заводиться. Ну, так вот происходит. Но проблема в том, что у владельца вышло из строя личинка двери, и этот ключик машину не открыл. Наш специалист приехал, вскрыл машину. Далее владелец приехал к нам, чтобы мы изготовили полноценный ключ зажигания с кнопками. Мы это сделали. Мы запрограммировали машину смарт-ключ на 3 кнопки. Этот ключик машину дистанционно открывает, закрывает. Когда мы вставляем ключ в слот, машина заводится. Теперь владельца Audi Q5 2011 года европейской сборки есть два чип ключа зажигания. Один полноценный, один сервисный. Если у вас возникли проблемы с ключами зажигания на Audi, либо на другую марку автомобиля, то вы можете обращаться в компанию iKeyBuy, мы вам поможем. Будь то дубликат ключа зажигания, ремонт вашего ключа, либо вы полностью потеряли все ключи зажигания на вашу машину.